И несмотря на это, срал ПБ еще возможен. Микро ПБ еще. А, блин, я не взял свечку, все, ПБ невозможен. Да, нафиг. Я отвлекся уже на эту фигню и из-за этого все забыл. Нафиг, какие микро ПБ? Блин, это по сути один уровень всего, то есть 6-1, 6-2 ты был хороший, вроде бы. То есть... Чисто вот 6-1 единственный уровень пока что. Жесть. Вчера у меня, кстати, неплохо 6-1 получался. Там были небольшие ошибки, но, по крайней мере, без смертей. Если бы я там потерся бы, потерял секунду, типа, это вообще фигня. Главное, вот, в конце там... Просто я же прыгнул, типа, раньше, перепутал место и прыгнул раньше, чем надо. Не с края платформы, а с середины. Прыгнул бы с краю и уже все бы там... Дальше бы дотащил, там уже конец почти был. Вообще, меня, конечно, больше напрягает все-таки, наверное, 9-3, а не 6-1. До 6-1 доходить получается, ну, по-нормальному, если не отвлекаться, можно довольно часто. До 9-3 все-таки посложнее, и на нем и волнение больше, сам уровень. Там есть места, где можно заруинить. Можно было бы еще все-таки сейв по 3.9.3, раз уж я до него не дошел, но я в начале стрима немного запустил, у меня там все-таки планирую использовать там в одном месте одну страту, которая, мне кажется, более стабильная пока что. Жесть. Такое только во сне может быть, действительно. Если бы в реале было такое, я бы там загуинился. Thank you.
Не, я без танка вообще среднего босса бить не умею. Ну, помимо того, что это в целом вроде как медленнее, вам больше ударов надо. Но там и с... нужна какая-то тактика другая. Ну, это не особо вариант. Я вообще тоже сейчас смотрю спидраннеров, поэтому мне, по-моему, тоже периодически снилось, как кто-то делает ПБХ какую-то или что-то такое. По-моему, я тоже что-то такое было. Казалось, что один выстрел был чуть не в тайминг, а в целом нормально. Это уже третий донат за сегодня. Спасибо за фоллоу. Так, ладно, сейчас пока не отвлекаюсь. Намек. Спасибо за фоллоу. А, не прыгнул. Блин. Тоже не пускайте. Но из-за того, что я лишнюю это взял. Получится 3400 чего донатов, так откуда я знаю, парель только половину прошла, может кто-нибудь закинет какой-нибудь топ донат.
Может вообще не будет. Может что угодно быть. А, ты имеешь в виду вообще, типа, нет, сейчас у меня... Я не знаю, надо, можем посмотреть, может 3400, хотя я думал, что... Ну, наверное, где-то около того. Но это в любом случае лучше, чем в марте было. В марте вообще как-то... Очень... У меня вот недавно... Недавно, да, вчера получается. 1500 за стрим. Донате, это давненько не было такого. О, голда. Блин, вот опять же, пейс, по сути, вот эта вот ошибка на... Я на 4.2 и чуть-чуть там на 4.3. Но уже кажется, что пейс плохой, хотя по сути... Это вот еще раз я примерно с таким же пейсом, как в прошлый раз дошел, то есть... В принципе, нормальный пейс. Сейчас надо тащить до 6.1 и будет еще один шанс. Да там сложное место, у меня реально конец 4.2 очень нестабильно получается. Я хотел его потренить, но что-то... Что-то как-то не потренил. Мне просто лень сейва загружаться и проходить уровень до конца, потому что большая часть уровня изичная. Надо сделать сейв в конце уровня, и чтобы можно было уже тренить именно это место. А, блин, что это было? Рано удара. 61 легкие места. Не, 61 есть легкие места, но есть и сложные, как-то. Не, 61 я... 61 один из самых сложных уровней. Зачем я прыгнул? Эй, не заруинил уже. Эй.
Вот она, вот она. Подруинил, но пойдет. Могло быть 34. Блин, могло быть 34. Но я не буду, как бы, пофиг там. Это еще можно улучшать, кстати. Это я даже, я недооценил. Потому что 35 оказалось слишком легко. То есть я... Тут можно делать 34 и даже 33 можно. На самом деле. Но улучшать я сейчас уже не буду. Типа... Если там Квадровский или кто-нибудь бопнет, я, может быть, подумаю вернуться, но... Мне кажется, это хорошее улучшение. Это на 5 секунд быстрее VR, и... Не знаю, вроде бы красиво получилось.